Этот случай обсудили и на еженедельном совещании в администрации Чебоксар. Электрический транспорт в городе вообще в центре внимания. Это связано с оптимизацией работы троллейбусного управления. Всю прошлую неделю троллейбусы в Чебоксарах работали в тестовом режиме. Проводился мониторинг пассажиропотока, изменялись интервалы движения, количество машин на маршрутах. Не секрет, что деятельность троллейбусного управления убыточна. Выверенное и просчитанное расписание позволит нам сократить убытки минимум в два раза. А после 12 ноября троллейбусы будут двигаться по новому графику с соблюдением интервалов. Прошу всех пассажиров, всех горожан проявить терпение и понимание. Троллейбус – самый экологичный и безопасный транспорт. Самый дешевый проезд сегодня – это проезд на троллейбусе. Поэтому призываю всех неравнодушных горожан поддержать Чебоксарский троллейбус.